Хеллоу, гейс, с вами Шимики, и мы продолжаем проводить игру под названием Far Cry 3 Blood Dragon. Так, окей, что у нас сейчас? А у нас миссия где? Миссия у нас вот здесь. Окей, мы сможем что сделать? Мы сможем сделать вот что. Грохнуть козлов. Хотя... Туда будет ближе... Плюс там две точки с козлами. А этих, блин, скатов, как будет мы искать? Они очень глубоко под водой, эти скаты. Не знаю, ладно, придумаем. Опа! Я их что, не убивал? Так, а где мне нужны козлы? Готово. Я убил 12... А скаты, подождите, я помню, еще скаты были. Ладно. База данных. Сведения. Дикий животный. Кибер-пантера. Черная пантера – это тот самый грозный зверь, который ожидается увидеть на обложках альбомов металлических групп или байкерских татуировках. Пантера настолько крута, что круче ее только пантера на использовании ЕИ. Пантера Негра С. А. Ан. Чингон. Убедились? Ну, этот зверь еще круче. Тут не обошлось без кибер... Нетики, киберпантера. Да, мы сделали это. Дьявольский козел. Дьявольский козел это сам дьявол. Он может выглядеть невидимым, но с каждым убитым вами козлом он остается все сильнее, поглощая невинные души и приближая апокалипсис. Дьявольский козел не просто блеет. Он смеется над выпущенной в него пулю. Кстати, каждый раз чертыхаясь, вы приносите ему жертву. Пославим же дьявольского козла, владыку судьбы и вашей души. Как-то так. Телевизор. Животные. Все готово. Все животные убиты. Я получил заряды инферно какие-то. Так, план, поехали. Козлы убиты, можно отправляться на миссию. Топ, что ты знаешь об этом месте? Дверь просто так не откроешь. Это особенное место, в нем заряжается кровь драконов. Если верить теории солнцестояния Лакайра, можно предположить, что там находится узел силовых линий, некий энергетический центр. Будь осторожен, Рекс. Здесь обитает смерть. Какая смерть? Там всегда было опасно. Да? Проверь свою силу. Нет пути назад. Вы собираетесь оставить открытый мир. Вы не сможете вернуться к приключениям на острове, пока не надерете задницу Слоуну. Последний шанс передумать. Продолжить? Все, ребята, значит, с этой минуты мы собираем все предметы. Поэтому, что мы творим? Давайте тогда творить, начинать. Что вот это за место? Я тут обучение проходил или что? Давайте начинать тогда отсюда. И тогда пойдем. Да ладно, тут сразу метку поставлю. Не бойтесь, на самом деле это много, по идее, времени не займет, потому что мы, во-первых, бесконечно бегаем. Мы супер быстрые, карта не очень такая большая на самом деле. Поэтому как-то так. Так, телевизор был отмечен где-то здесь. Нет? А где он был отмечен?
Ту-ту-ту-ту. Что они делают у нас на базе? Народ, вы охерели? Зачем вы их пустили к нам на базу? Я стою десятки миллионов и занят вот этим. Да? Именно так. И драконы, не пойму, вот что он ты тут делаешь? Твои. Как он сюда зашел? Как он сюда попал, этот сраный дракон? Харе по мне пулять. Все равно не убьешь. Тут, давайте лучше пистолет возьму, с ним быстрее бегать. Киберпанк, музыка. Я не знаю, где-то серии 2, наверное, займет нас собирание предметов. Хотя, если я вот так буду искать путь куда-то, если бы точнее наверх, то это займет больше времени. Опы, ребятки. Так, готово. Десятки миллионов и занят вот этим. Ты это уже говорил. Фразы заклинули. Так. Следующий поиск. Блин, разрывается, да? Давай сюда. Тихо. Там забраться можно было. Ладно, здесь обойду. Так уж и быть, тут обойду. Карта немного, да, чем-то отдает именно Far Cry 3, именно по структуре карты. Тупая змея. Тупая змеюка. Или где-то очень близко. Жалко, что по телекам ничего не показывает. Никто решил, что это круто. Добыть бы его голову в коллекцию. Так, следующее. Кассета. Кассета сверху. Так, готово. Там, в принципе, недалеко бежать. Потом только будем описание читать. Я что, тут не был? Да. Так, кассета. Щит отключаем. Нормально. Делик. Тихо. Он где-то на горе? Или нет? Если да, тогда лучше начинать отсюда. Если так, то нужно лучше начинать отсюда. Побегушки, погигушки. Собираем этот телек. Потом прибежим к тому. Быстрого пути там нету подняться. Я понял. Даже здесь же дракон еще был. Еще должен быть.
Да, тут дракон. Тут дракон, значит, должен быть. Нашел. Нашел. Я не, короче, буду драться ни с кем здесь, просто буду бежать. Они меня ж тоже не трогают. Еще я их должен трогать. Так, дальше. Этот телек. Вот здесь мне уже поможет аэроплан. Здесь мне поможет аэроплан. Полетели, полетели. Так, нужно приготовиться падать. Десант. Телек тут? Да, телек тут. Так, а коробочка вот тут. Следующее место. Побежим за папкой. Телевизор найден, да-да-да. Видите, осталось их тут немного. Это не 100 с чем-то, или сколько там было тогда статуэток. Хотя они ничем не отличаются. Хотя, если взять в расчет, что это почти что DLC. Так же, как для Far Cry 5, там должен Марс, ну вот это есть уже. Марс. Что там еще, какие DLC есть? С этими китайцами или с кем-то того. И должно выйти будет скоро зомби. Что-то было связано с зомби, кажется, если не ошибаюсь. Что-то было связано с зомби. Собрал одно дерьмо, открыл другое дерьмо, получил третье дерьмо. Круто. Именно так. Да, именно так, как ты говоришь. Да, может даже на серию и половину хватит. С этими сборками. Не вижу смысла. Воу! А кабаны-то нападают. Кабаны-то агрессивные. Я сейчас здесь. Поехали. Ты говоришь, это кабану? Не бей. Хороший тебе врач. Сейчас бы говорить кабану, не бей меня. Так, следующая точка. Телевизор. Ладно, почему эти зоны все равно красные? Я ж как бы их, ну, вы поняли, освободил уже. А где должно быть все синее? Либо я неправильно что-то сделал, либо они что-то замудрили. Так, следующая точка. Так, лучше тогда начинать отсюда.
нужно наушники. Наушник немного приподнять. Блин, а чё получается, типа скаты не сойдет, да? Да ладно, вплавь лучше доберусь. Быстрее будет. Скаты типа у нас не подходят. Хотя я видел, как скат плавал. Я скатов еще не убивал. Это типа была не запланирована типа идея, да, или что? И еще город же у нас. Вот. Как мне его убить? О! Убит. И главное, мне его как бы не отметили. Вот убитый, видите? Вот. Тут что-то вниз может. А тут внизу ничего. Так, ладно, следующее место. Кассета. Новый навык. Каты. Почему всего три животных? Животных здесь больше 13? Ну, скатов не считают. Больше 13, но это не считается. Так, за папкой побежали. Поверху, думаю, быстрее будет. Сократим путь там. Еще плюс спрыгнем. Задумочка хорошая, нормально. Я убил скалата наконец-то. Которого, по сути, нельзя убить. За что его нету в списках животных. Или он там есть? Может, его рели убивал? Да не убивал. Все равно. Деньги, все есть. И выход из... Что? Зомби? Они уже здесь? Они уже нападают? Хера себе. Разве еще не рано до мутаций? Да, это жестко. Ладно. Я уже встретил то, что мне будет ждать он меня. Пожалуйста, не ешь меня. Вот, нашел телек. Я стою десятки миллионов и занят вот этим. Да, ты стоишь десятки миллионов и занят вот этим. Черт. Тихо, сердца, все, сердца собраны. Помчали нахер отсюда. Мне нужно, короче, чтоб мне... Враги! Враги за мной не смотрели. Ты что, гонишь? Ах ты. Теперь все с тобой ясно, почему ты на меня нападаешь. На нем маска была, оказывается.
Оказывается, на нем маска была. Могу теперь телепортироваться. Отлично. Отлично. Если вы что-то пропустили в обучении, вы можете это посмотреть. Поедет этой херни. Так, сердец у меня максималка, поэтому буду на это тратить время. Так, дальше. Телевизор. С телевизором, походу, буду я долго. Почему зомби сейчас нападают? По идее, их... Так, другого способа нету, да? Побыстрее. Нет. Так, нужно катер будет взять, не забыть. Не, ну вот это жестко то, что... Зомбаки. Зомбаки — это жестко. Да, я даже не думал, что они впустят эту херь на свободу. Еще плюс кракена какого-то. Начинает. Могу куда-то я за карту уйти? Так, здесь уже ничего, ничего. Здесь до хера всего. Отправлюсь отсюда. Да, у нас как раз выйдет серия и еще одна. Тихо, вот эту возьму детку. Она будет побыстрей. Она будет побыстрее. Блин, теперь даже нужно думать, кто хороший, кто плохой. Кассета, вилка, готово. Дальше next, сразу две вещи в одном месте, недалеко. Я постоянно выбираю маршрут, чтобы было ближе ко всем предметам, чтобы не тратить время. Там флажок или что это? Ого. Собрал одно дерьмо, открыл другое дерьмо, получил третье дерьмо. Круто. Да-да. Детальки какие. Так, вход где, в пещеру должен быть? Как я понимаю, или что? Берем на всякий случай. Так, деньги бери. Так, дальше место следующее — кассеты. Побежали, побежали, побежали. Козора мне не будет трогать, все пускай пуляют, если хотят. Так, вот тот город мне интересен. Там будет, типа, последняя у меня миссия или что? Вы сейчас будете, наверное, спамить, типа, в комментариях, типа... Какого черта ты делаешь? Почему ты не пошел? Там ведь было сказано, что ты можешь... Можешь пойти, но только потом... Ну, после убийства там кого-то... Мне все равно, не так норма. Так, деньги, деньги, деньги.
стрелы, коробки. Кассетка. Следующее место. Телека. Television. Сверху на горе, да? Пойдем тогда сюда. Быстрее будет, быстрее залезу. На хоть сраные перья собирать не надо. Да-да. Знаете, что я тут заметил? Козлов в жертву приносили. Так, лады, что у нас дальше? А, то есть... Все, она утихает, видите, зона? Если я там предметы собрал, походу. Да нет. Да нифига подобного. Да нифига подобного. Или хотите, давайте, в принципе, эту серию пожертвую. Для того, ну, типа, чтобы уже все собрать. Да и все. Я думаю, так будет немного лучше. Дракон меня не тронет, если это только не вражеский. Тогда он тронет. На горе? Нет, не на горе. Значит, нормально. Нормально. Готово. Ученые. Тупые ученые. Так, а теперь вопрос, как мне наверх собраться? Где хорошая дорога? Хер знает, куда бежать на обход. Лучше бы телепортнулся. Хотя, а тут раз... Не, есть дорога, все нормально. Тут подъем есть. Блин, ученые, я, главное, их еще не встречал именно по сюжетной. Но их уже мне выпустили. Может, они давно уже были выпущены? Просто я не замечал. Возможно, возможно быть такое. Можно бы и такое. Так, ладно. Телевизор, пойдем отсюда. Осталось всего лишь 4 предмета. Конечно, долго бежать придется, но все же. Туда, короче, пути нету. Я просто вспомнил этот. Игрушку, которую вот он начал новую играть. Смерть там что-то. Гэдзен или как-то так, не помню точно уже. Типа этого, Dark Souls. Какого хера я делаю? А, забей. Так. Посылочка тоже тут недалеко. Нет. О, вот в пещеру. Дальше. Деньги, 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 деньги. Деньги. Так. Окей.
30. Еще, короче, сейчас 30 минут. Где-то на 35-й мы все соберем. На 35-й мы все соберем. Огромный магазин. Я ж за это еще, по идее, опыт, да, получаю? За сбор. Поэтому максимум еще. Максимальный уровень сейчас еще апнем. Потом еще максимальный уровень апнем. Все, осталось два предмета. Кассета и телек. Так, и остается у нас только телек. Так будет просто быстрее на самом деле. Максимальный магазин. Потом нужно будет отправиться на какой-то нибудь респаун и купить либо припасы, если денег только хватит. Да, по сути, должно хватить. По сути, должно хватить. Far Cry 3 я не собирал. В третьем Far Cry я решил не собирать эти странные статуэтки, потому что их бесконечно. И плюс так. Готово. Да? Так, значит, телепортируемся. Где у нас миссия? Чтобы было ближе сюда. Ставлю метку. Окей. Все скупаем. И. Новый предмет у меня. Я, короче, выполню миссию. Мне как раз апнут до максимального вообще плюс уровня. Мои припасы докупить. Окей. Со скидкой плюс. Пользовать. Расширенный магазин, в принципе, херня. Максимальный магазин. Купить. Полуавтомат. Купить. Купить. Огромный магазин. Купить. 4 ствола. Купить. А, в принципе, нормально. Так, здесь все куплено. Я сюда куплю. Здоровый магазин лучше будет. Так, все, в принципе, мы разблокировали, да, по статистике. База данных. Статистика. Миссии осталось у нас две. Навык получен. Еще один нужен. Оружие еще открыть. Два нужно где-то. Ну, базука, еще что-то. Приспособление. Ну, это нужно просто купить. Одно транспортное средство, и все остальное сделано. Поехали. Сведения. Дикие животные. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 животных. Стальной скат. Так, стального ската отличает имплантанты и гибкая стальная кожа, в которой он блестит, как хромированный. Ну... любуясь на это блеск, так, спросите себя, а как он вообще плавает? Эта штука должна была идти ко дну быстрее, чем музыкальная карьера пары деревенских попсовских фонографистчиков. В общем, просто убейте его. Потому что плавая стальной скат попирает законы физики. Так, предметы, телевизоры. Все телевизоры найдены. Блин, сделали бы еще какую-то миссию, типа, связанную с телеками, там, типа, кто их все это разлаживал. Заметки Карлайн. Так, я завершила... Так, заметки Карлайн 1. Я завершил традиционную утреннюю 5-минутную пробежку и готова приступить к исследованию кровавых драконов вместе с Мишем и... обворожительным доктором Дарлинг. Этот остров настоящий кладезь.
уникальных растений и животных. Не могу дождаться начала экспериментов над всем этим разнообразием. Слоун, похоже, крайне заинтересована в исследовании крови дракона. Заметка Caroline 3. Первая партия сыворотки из крови дракона успешно степарирована. Но Слоун настаивает на предварительном тестах. Впрочем, у меня есть и свой собственный запас. Если моя тестовая модель верна, в чем я абсолютно уверен, сыворотка до предела разовьет природные способности. Я разовью свои умственные способности до уровня сверхгения. Не то, что этот неандерталец Слоун. Так, когда у доктора Дарлинга не останется причин изображать недотрогу. Заметки Caroline 6. Доктор Дарлин продолжает дразнить меня. Она сказала, что скорее начнет встречаться с краснозадым буйным недоучкой с генитальной проказой, чем наденет предложением мной же... наденет предложенное мной жемчужное жерелье, чтобы это не значило. В общем, она предложила со мной флиртовать. Да, еще я перестал чувствовать ноги после той инфекции. Впрочем, я уверен, что мой организм может совпадать даже с усиленным кровью дракона наноботами. Седьмая. Ноги отказали. Чертовы наноботы уничтожили мышечную ткань. Мои силы убывают с каждым часом под напором наноботов и драконьей крови. Дарлинг даже не говорила со мной. Видимо, она настолько потрясена тем, что произошло с моим роскошным телом. А это болван, полковник Слоун, становится все сильнее. Ну что ж, по крайней мере, я сохраню свою восхитительную эрекцию. Так, восьмое. Касательно моей эрекции, ее мне тоже не удалось сохранить. Да пошло оно все к нахер. Заканчиваю запись на сегодня. Девятое. Все, моей хандре конец. Пусть я и привязан к инвалидному креслу, пусть тело предало меня, но мой разум превозмог все. Зло говорит, что мои проблемы лишь отражены новыми возможностями, и я с ними согласен. Кровь дракона в чистом виде непредсказуема, но мои исследования помогут с ее помощью создать из обычных людей роботов или чудовищ. Мы переходим на второй фазе эксперимента. Я покажу Дарлин, как отвергать мою любовь. Ну, как-то так. Видеокассеты. Хорошая обезьяна, мертвая обезьяна. На далекой-далекой базе на тропическом острове доктор Эмили Эйвери экспериментировала с приматами, чтобы вырастить из них суперубийц. Увы, во время практического штурма один из подопытных экземпляров сбежал. Неизвестно, доживут ли Ойвери и ее команда до рассвета. Их бывший питомец пустил в ход свои навыки и убивает исследователей одного за другим. Так, у вас есть право сдохнуть. Когда импортная банда «Черные ангелы» поссорились с пуэрентнической мафией, не поделив местных рынок наркотиков Лос-Анджелеса, превратились в кровавое поле боя. Полиция бессильна. Но детектив-клоун Ганнер готов выйти на улицы и очистить их в одиночку. Выродки. В глубинах канализации под французским кварталом Нового Орлеана зародился новый вид аллигаторов. Когда туда смыли радиоактивные отходы, доктор Стейн Чейз и детектив Фрид Деринг должны обнаружить гнездо мутантов ранее, чем мутанты обнаружат толпы людей на карнавале Марти-Гра. Игры в воде. Прошло 10 лет с тех пор, как в детском лагере «Привет». Во время чудовищного наводнения пропало 12 маленьких детей. Лагерь наконец отреставрировали, и туда приехали отдыхать новые дети. Теперь 12 никогда пропавших решили выйти из озера, чтобы поиграть с новыми друзьями. Хотите познакомиться с ними? Жизнь в танце.
Майкл Борн, трудный подросток, которого отравили жизнь к очень консервативным тети и дяди в небольшом городке, где не очень-то любят людей из мегаполисов. Однако местный учитель мистер Харнгрид покажет Майклу, что такое настоящая любовь, любовь к танцам. Смотрите фильм, который Томас Фендлер назвал самой теплой лентой века. Сравнять счет. Немецкий террорист захватывает в заложниках президента США и целый стадион зрителей прямо во время футбольного матча. Теперь только майор Кинкейд, его прославленные кибердесантники группы Омега, могут спасти их. На перегонки с самым временем они должны освободить заложников, обезвредив ядерную бомбу и уничтожить кибермиссара. Красная угроза, чтобы спасти саму демократию. Крутое яйцо 2. Точка кипения. Эдди Броско по прозвищу Яйцо и Бенни снова с нами. А, ставки высоки, как и никогда. Бенни арестовали за убийство, которое не совершал, и детектив Броско вынужден помочь ему бежать из тюрьмы. Теперь спасение от слуг закона. Друзья должны раскрыть убийство и выяснить, кто и почему подставил Бенни. Как-то так. Вот и все, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.